Эту модель мы здесь в ТКС банке очень хорошо обсуждали. Я считаю ее сложной, во всяком случае, в оригинальном виде, как это делается в Англии, внедрить в России, потому что у нас отсутствует как класс direct debit, то есть прямое списывание денег со счета. Соответственно, впрямую эта модель не работает, а в каких-то вот в ее таких в измененных вариантах она уже существует, по-моему, в России. Поэтому ответ: да, это возможно, но и модель нужно сильно поменять.